прямоугольный лист бумаги, разрезан на прямоугольные полоски, у каждой из которых есть сторона длины 1. Докажите, что хотя бы одна из сторон исходного листа целая. Квадрат 10 на 10 клеточек можно или нельзя покрыть четырехклеточными полосками? Можно. Потому что 10 умножить на 10 делится на 4. А вот сделайте. Нарисуйте на клеточной бумаге 10 на 10 и попытайтесь покрыть. Ну как бы квадрат 2 на 2 у него тоже же получается 4, но нельзя. Вот именно. Квадрат 2 на 2 из 4 клеток покрыть нельзя. Вот, ребят, давайте мы в качестве единицы длины возьмем 4. Тогда во что превратится эта задача? Есть квадрат со стороной 10 четвертых. 10 четвертых. А 10 четвертых это сколько? 950. 2,5, да. А полоски какие? Размером 1 на 1 четверть. Слушайте, 1 это целое число. По нашей задаче может быть прямоугольник с нецелыми сторонами покрыт полосками, у которых есть целая сторона у каждой полоски? Нет, не может. Поэтому, смотрите, если мы решим общую задачу, то мы заодно решим и про вот эту картинку объяснять. Давайте я сначала расскажу решение про 10 на 10. Проще всего при помощи раскраски. Например, в 4 цвета. В 4 цвета раскраска такая. Мне немножко лень рисовать всю, поэтому давайте я сделаю так. Я представлю, что мы красим бесконечно плоскость. Вот первый цвет, вот второй цвет, третий, четвертый, опять первый, второй и так далее. А здесь пошло по диагонали. Идею поняли? Вот здесь вот везде четвертый цвет, здесь вот первый цвет. Ну и так далее. Так вот, ребят, если вы быстро сейчас у себя скажете, сделаете, то обнаружите, что в любом вертикальном или горизонтальном прямоугольнике не может быть, чтобы цветов было разное количество. Какой прямоугольничек не кладете, все равно в нем все клеточки по одной. Вот, не знаю, смотрите, да? Вот 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Как вы кладете все клетки по одному разу? Ну, количество цветов в этом, да, а в квадрате 10 на 10 все будет не так. Там вроде бы 25, 25, 26. Да. Почему? Когда нам дали квадрат, мы можем отрезать вертикальную полосу ширины 4. И в ней цветов будет поровну. Еще одну тоже ширины 4 можем отрезать. И останется размером 2 на 10. А от нее мы отрежем 4 и еще 4, и останется что? 2 на 2. А когда вы берете прямоугольник размером 2 на 2, то в нем цветов поровну или нет? По квадратике 2 на 2 по диагонали идет один и тот же цвет, и поэтому цветов не поровну. Частный случай, квадрат 10 на 10, открываем полоску размером 1 на 4. А давайте все-таки разберем общий случай. Для того, чтобы разбирать общий случай, я замечу вам, что вообще-то не обязательно было красить 4 цвета. Можно было рассмотреть другую раскраску, которая на самом деле поможет нам и в общем случае. Раскраска такая. Белый цвет – это будут вот эти 4 клетки, а черный цвет – это вот эти. Потом опять пошел черный цвет, а здесь белый цвет. Такие блоки по 4 клетки, квадраты такие, белые и черные. Ребята, как ни клади полоску из 4 клеток,
дней будет полон белый человек. И с другой стороны, если вы посмотрите на всю дозу, то она состоит из 25 таких блоков размером 2 на 2 каждый, 13 белых и 12 черных. Белый и черный не будет. Так вот решается с раскраской в 2 цвета. Теперь вопрос, а как наша задача решается в общем случае при помощи черно-белой раскраски? Посмотрите, вот когда нам дали прямоугольник, давайте возьмем раскраску вот такого типа, а именно квадратик размером 1/2 на 1/2 сделаем белым, следующий такой же по размеру будет черный, следующий будет черный вот этот, этот будет белый и так дальше до бесконечности. То есть, когда у меня есть квадрат размера 1/1, то я его делю и в шахматном порядке крашу вот так. Начал с какого-то одного угла. Обратите внимание, что тогда будет. Как ни клади на так раскрашенную дозу отрезок длины 1, обязательно в нем будет черного и белого поровну. Вот я не знаю, как это вам понятно объяснить. Наверное, надо просто каждому из вас самостоятельно попытаться вот отложить отрезок длины 1. Учтите, вот отрезок длины 1, если он начался здесь, то он закончится здесь, и при этом вот это белое будет такое же, как это. Или, скажем, по вертикали. Если он начался вот здесь, то закончится он так, что опять сумма этих белых будет равна в точности черных. В общем, как ни клади, отрезок всегда будет форма прямоугольничек вот такой с целой стороной, всегда будет в нем белого и черного. Отлично. В частности, на всем нашем большом, когда вы проведете такие вот полосы шириной 1, то белого и черного будет форма. Замечательно. И здесь вот по вертикали то же самое. Белого и черного будет форма, в любой случае ширина 1. И в какой-то момент у вас останется вот здесь уголок. На самом деле этот уголок может остаться одним из четырех способов. А именно, вот представьте себе, здесь вот, вот эта клетка, давайте ее вершину поставлю, А, Б, С, Д. Вот эта клетка, она могла идти вот так вот. Там А, С, где-то здесь Б, где-то здесь Д. Так вот, вот эта точка могла попасть либо сюда, либо сюда, либо сюда, либо сюда. Четыре варианта. Один из этих вариантов абсолютно очевидный. Если точка попала сюда, то понятно, что белого больше, чем черного. И все. Вот этот вариант, на самом деле, тоже очевидный. Представьте себе, что точка попала сюда, тогда видно, что белого больше, чем черного. Потому что ширина одна и та же, а по длине белого больше. Если попала сюда, то опять белого больше. Последний, немножко неприятный вариант. Что делать, если точка попала, например, вот сюда? Ну давайте посмотрим. Вот на этой картинке, как вы считаете, чего больше, белого или черного? Белого. На самом деле белого действительно больше, но надо понять почему. Там белое, да, целый квадратик. Берешь вот это вот, отрезаешь и отсюда откладываешь. Понятно, что вот это белое, это черное уничтожено, правда? Да? Отлично. Дальше берешь вот это белое с этим черным берешь вот это черное и говоришь, что его столько же, сколько этого белого. Согласны? Отлично. А теперь видно, что вот это черное меньше, чем вот это белое. Потому что здесь ширина 1, а здесь меньше. А высота 1. Ну вот все, так очень. Таким образом, при помощи раскраски все получилось. Так, это у меня еще осталось несколько минут для того, чтобы я рассказал вам совсем другой способ решения той же самой задачи. Честное слово, очень красивый, неожиданно красивый. Никакие раскраски, кроме у нас есть прямоугольник, как-то разрезанный на прямоугольник. Я не знаю, как, но важно, что у каждого из них есть целая страница.
давайте, вот если эта страна целая, давайте от этой вершины сюда проведем ребро графа. И параллельную сторону то же самое объявим ребром графа. Только очень важно, если у вас случайно есть прямоугольник, у которого все стороны целы, давайте, чтобы так не было. Ну, самое простое, если у вас есть прямоугольник, у которого все стороны целы, и ширина и высота, то тогда просто разрежьте его, чтобы это было не целое. Вот. Или можно так договориться. Выберите произвольно одно направление, вертикальное или горизонтальное, и его там проведите, а по другому направлению не проведите. В общем, мне нужно, чтобы у каждого прямоугольника ровно две из его четырех сторон, причем не просто две, а две параллельные, были бы объявлены приемами. Представили? Представили. Отлично. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вот из этой точки, сколько будет выходить ребер? Одно. Одно? А из этой? Все понимают, почему одно? Потому что мы договорились, что у прямоугольника, да? Значит, у нас получились четыре вершины степени 1. А вот дальше степень А сколько? Ребер будет выходить отсюда, отсюда, отсюда. Больше, чем один. Снова сколько? Два. Вот смотрите, вот у вас здесь точка, вообще-то она входит в два прямоугольника, правильно? Но в прямоугольнике у нас по одному из направлений есть ребро, а по другому нет. Значит, благодаря этому прямоугольнику будет сколько? Два. Нет, все-таки не два. Одно из двух. И благодаря этому будет одно из двух. Значит, это вершина какой степени? Два. Вот, они все степени два. Да, хорошо. А вот это тоже два прямоугольника, тоже вершина степени два. Так, ну, на этой картинке вершин степени четыре не бывает. Они совпадают на вот последнее, что вы поставили, два. Да. Эти совпадают ребра. И что? Это разрешено. Почему нет? Почему нет? Важно, что... Вот представьте, такая картинка. Сколько здесь ребер? Четыре. Если в какой-то вершине сошлись четыре прямоугольника, соответственно, степень четыре. Мне не важно два или четыре. Важно, что все вот эти числа четные, а вот эти четыре числа четыре. А теперь вспоминаем такую теорию. В любом графике сумма степеней вершин чему равна? В любом графике. Представьте себе, у вас есть какой-нибудь график. Вот здесь ребро степени 3, степени 2, степени 3, степени 2, степени 2. Что вы получите, если вы сложите все степени вершин? Что? Вот. Не слышу. Ну, здесь получается 10. Здесь получается... Ну, все. А, нет, 10, а 12, да. Так что четное 12? Число. А? Четное число. Четное число? А почему четное число? Потому что каждое можно разделить на пополам. Потому что удвоенное число ребер. Каждое ребро можно перебелить, и получится, что из всех ребер получились половинки ребер. То есть количество увеличилось в два раза, да? А это и есть сумма степеней. Значит, если вы возьмете вот эту вершину, и вы посмотрите все, куда нужно дойти ее по ребрам этого нашего графа, не по сторонам прямоугольников, а по ребрам графа, вот в таком смысле, то вы получите граф, в котором сумма степеней – это удвоенное число его ребер, то есть четное число. Может такой граф содержать только одну эту вершину и какое-то количество вершин черной степени? Нет. Значит, он содержит, кроме этой вершины, хотя бы одну из этих. Но, ребята, если от этой вершины можно дойти до этой, то вы как шли? Когда по вертикали, это вообще не влияет на движение по горизонтали. А когда по горизонтали, то вы каждый раз, когда шли по ребру, стремились на целое число. Значит, вот это расстояние будет целым.
А если мы сумели от этой вершины как-то дойти до этой, то тогда что будет целое? Вот это будет целое. А если мы сумели до этой дойти, то и то будет целое. В любом случае, вы, если дошли до какой-то другой вершины, до одной из вот этих вот трех, то в таком случае хотя бы одна сторона будет целая. Заметьте, это замечательный пример, когда для того, чтобы доказать, что там какое-то что будет целое, мы вдруг рассматриваем граф. Алексей Васильевич, да. Вот посмотрите, пожалуйста, на вершину на четверке. Да. Ее степень может быть 3. 3? Это как? Ну ведь... Ты думаешь, что здесь будет стоять 3? Да. Благодаря чему? Благодаря Нет. этому прямоугольнику, этому и вот этому. Над четвёркой. Ребро. Это понятие вот такое вот. Оно, вот. Если здесь целый отрезок, то ребро будет идти вот так. Хорошо. Оно не будет проходить через эту точку. Хорошо. Ребро – это понятие логическое. Да. Ребро не может по пути еще через что-то пройти. Это я, когда иду через там, магазин, я могу по ходу дела там еще зайти куда-нибудь. Ребро графа так не умеет. Если ребро графа началось в одной вершине и закончилось в другой, то на нем уже других вершин нет.